Не кучковаться на лед, выходить с палкой. Специалисты ГУЧС проводят профилактические беседы с любителями зимней рыбалки. Основные правила безопасности на льду просты. Соблюдать дистанцию, проверять прочность льда палкой, прежде чем наступить на него. Не бурить много лунок в одном месте, соблюдать расстояние при разбивке палаток. И самое главное, передвигаться по льду пешком, не использовать транспортные средства. Напоминаем любителям зимней рыбалки, что выезд на лед на автотранспортных средствах запрещен. На реке местами еще находятся полыньи, которые прикрыты, припорошены снегом под тонким слоем льда, что представляет большую опасность для человека.